15 марта, в канун Дня образования Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации, с тверскими журналистами встретился начальник регионального управления Росгвардии генерал-майор Александр Пляскин. У нас достаточно много сотрудников, те, которые действительно, они, вы знаете, когда не считаются там ни с выходными, ни проходными, ни со временем, те, которые действительно отдают себя службе. Есть вневедомственная охрана. Группы задержания, вы их видите ежеминутно, вы их видите постоянно. Никто никогда, может быть, даже не задумывается. Но это те люди, которые город не покидают ни на одну минуту. Эти группы постоянно на службе. На них лежит очень большая ответственность. Это не только охрана имущества граждан, но это и реагирование, это техническая обеспеченность наших школ, учебных заведений, это тревожные кнопки, это спектр очень огромен. С еще одной стороной работы Росгвардии сталкивается большинство горожан, пассажиров транспорта Верхневолжья. Мы одни из первых в центральном округе, даже в самой Российской Федерации, мы стали внедрять так называемую тревожную кнопку. Водители себя стали ощущать более безопасно. Любая ситуация, которая выходит из-под контроля, они нажимают кнопку, приезжает наряд группы задержания, и, по крайней мере, этот наряд, он готов и профессионально, он разберется с любой ситуацией. Это и безопасность тех людей, которые едут в транспорте, в том же автобусе. О других аспектах службы мы расскажем в следующих выпусках программы.